Использовав опыт депо «Москва» сортировочное Ленинской, паровозники депо станции «Иркутск-2» перешли на работу без вызова, по точному графику. Такой порядок обеспечивает паровозникам нормальные условия труда и отдыха. Первым перешел на работу по графику Николай Яковлевич Гринкевич, лучший машинист, инициатор ленинского движения в депо «Иркутск-2». Работая по-новому, машинист Гринкевич добился еще лучших производственных показателей и повысил свой заработок. На работу по графику уже перешло более 100 бригад Иркутского депо. Так день за днем внедряется на транспорте высокая культура труда.